Всем привет! Меня зовут Наталья Усачева. Я дипломированный практикующий психотерапевт. Как вы думаете, на какие вложения сейчас нужно сделать главный акцент? Конечно же, на вложение в себя. И нам прежде всего будут интересны те вложения, которые повлияют на наше состояние физическое, психологическое и финансовое. Почему вложение в себя – это беспроигрышная инвестиция? Потому что эта инвестиция создает нам внутреннюю опору на себя. А эту опору у нас не отнимет ничто и никакие обстоятельства. Я рекомендую тебе обратить внимание на три основные темы твоих инвестиций в себя. Это образование, это психологическое здоровье и это физическое здоровье. Успех в жизни начинается с нашего внутреннего состояния. Именно поэтому важно заниматься с психологом либо коучем. Чтобы не болеть и быть в тонусе, обязательно занимайтесь спортом или ходите в зал. А чтобы повышать ваше финансовое состояние, вкладывайте свое образование и обязательно применяйте навыки на практике. Обязательно делайте регулярные чекапы организма и дополняйте свой рацион витаминами от бренда НФО.